Здравствуйте! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Артем Тупичкин. Сегодня в выпуске. Все подробности падения самолета Ил-20. Цифровизация экономики в Татарстане. Вопрос обсудили в КФУ. Вручение премии имени Завойского. В Казанском федеральном университете прошло заседание ученого совета. Главными темами стали итоги приема студентов в 2018 году и увеличение заработных плат в университете. Также обсудили конкурсный отбор на должности и выдвижение кандидатов на соискание премии президента. Подробнее мы расскажем в следующем выпуске. 24 сентября прошло ежегодное послание президента Татарстана Рустама Миниханова Государственному совету, которое состоялось уже в 40-й раз. В послании президент говорил о внутреннем и внешнем положении республики, а также затронул вопросы об образовании и призвал образовательные учреждения к сохранению национального языка. Обсуждение языкового вопроса должно стать серьезным уроком для нашей системы образования, для всех нас. То, что длительное время не решались вопросы совершенствования методик и технологий обучения татарскому языку – наше серьезное упущение. Министерство образования и науки республики во взаимодействии с Федеральным министерством необходимо оперативно предпринимать меры, направленные на исправление ситуации. Министерство образования и науки следует проработать комплекс вопросов, касающихся развития всей инфраструктуры национального образования и завершить совместно КФУ создание Национального педагогического института. Конфликт, связанный с крушением Ил-20, не утихает. Что является причиной авиационной провокации и ответит ли Россия, старалась выяснить Аделя Шамилова. 23 сентября Министерство обороны Российской Федерации раскрыло новые подробности крушения Ил-20 в Сирии. Трагедия привела к гибели 15 российских военнослужащих. В 21:39 представитель командования ВВС Израиля оповестил российских коллег о предстоящем ударе по сирийским объектам на севере страны. Через одну минуту в 21:40 4 F-16 нанесли удары по промышленным объектам в Латакии, что стало причиной авиационной провокации. Неизвестная тактика Сирии по отношению к России или ВВС Израиля фактически подставило свое руководство? Все эти вопросы нам удалось задать доценту Института международных отношений Казанского университета Роману Пеньковцеву. Есть два заявления, достаточно громких. Это заявление Владимира Владимировича Путина по данному событию и Министерство обороны Российской Федерации по данному событию. Владимир Владимирович Путин сделал заявление в том плане, что событие является стечением трагических обстоятельств. Но, значит, он же подчеркнул в своем выступлении, что технические моменты, они должны быть, конечно, полностью проверены и уточнены Министерством обороны. То есть здесь вот пока ситуация, еще раз говорю, такая, находится в состоянии динамики. Не исключено, что в ближайшее время прозвучит новое выступление руководителя нашего государства, в котором он может дать более жесткие оценки действиям Израиля. Таким образом, израильская сторона сделала предупреждение не заблаговременно, а одновременно с началом удара. Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей с 2015 года. За последнее время, к сожалению, никаких официальных серьезных заявлений Израиль не сделал, за исключением того, что военный министр Израиля, он заявил, что Израиль постарается, так сказать, снять напряжение в отношениях с Россией и будет в дальнейшем уведомлять о различных мероприятиях, которые проводит Израиль. Но, с другой стороны, вот в прямых комментариях по сложившейся ситуации с Ил-20 он не сделал. Извинений тоже израильская сторона на данный период, вот на данный момент, когда мы с вами говорим, не принесла. Теперь Россия может поставить в Сирию систему противовоздушной обороны С-300 из-за крушения самолета Ил-20, сообщает издание «Коммерсант». Существует предположение, что Москва обрежет крылья в Сирии, закрыв воздушное пространство этой страны для израильских военных самолетов, или же серьезно ограничит возможность проведения военных операций. Аделя Шамилова, Универньюз. В Казанском федеральном университете обсудили главные вопросы цифровизации экономики. Как добиться такой значительной цели, мы расскажем в следующем сюжете. В
шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась беседа цифровизации экономики страны, возможности и миражи. Экспертами выступили заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, директор IT-парка Антон Грачев и директор Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета Айрат Хасьянов. Вообще цифровая экономика, она характеризуется тремя параметрами. Первое, это цифровизация всего, что возможно, потому что если у вас нет данных, вы не можете делать выводы, вы не можете планировать, вы не можете знать. Во-вторых, это, как я уже упомянул, экспоненциальный рост. В частности, мы не могли бы собирать так много данных, если бы вычислительный ресурс не был бы так дешев. И в-третьих, это рекомбинационные инновации. То есть, на самом деле, столько технологий, столько открытий создается, в частности, здесь, в этом университете, в других организациях, которые занимаются инновациями. Татарстан является лидером в России по цифровизации экономики. Есть 601 указ. По данному указу, каждый субъект Российской Федерации должен был достигнуть значения к 2017 году, по итогам 2017 года, значение более 70% людей пользуются в субъекте электронными услугами. А мы этот показатель выполнили первыми в стране на год раньше. В цифровизации задействованы различные государственные структуры, а также IT-парк Республики Татарстан. У нас есть различные направления, где мы и создаем бизнесы в области цифровой экономики, и помогаем этим бизнесам хранить и обрабатывать свои данные, и помогаем им получать знания в этой сфере. Поэтому IT-парку, наверное, в этом плане немножко больше повезло, и мы являемся такой некой ключевой, наверное, точкой инфраструктуры цифровой экономики. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В актовом зале Академии наук Республики Татарстан состоялось торжественное вручение премии имени Евгения Завойского. Кто же был удостоен этой важной награды? Смотрим прямо сейчас. В Казани вручили международную премию имени Завойского за выдающийся вклад в применение и развитие электронного парамагнитного резонанса. Торжественная церемония состоялась в Академии наук Республики Татарстан. Эту премию присудили профессору Калифорнийского университета США Дэвиду Бриту. Было отмечено его новаторское применение методологии электронного парамагнитного резонанса для изучения металлоферментов. За присуждение премии приехали гости и ученые из разных стран мира. I've known him for a very long time, and I'm very happy to see him receive this. I was very happy and proud to be honored with it 2 years ago. На вручении присутствовал и проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. В университете у нас сохраняются все традиции школы магнитного резонанса. Наши специалисты, выпускники, способны работать практически в любых институтах, университетах, в любой точке мира. Международная премия имени Евгения Завойского была учреждена в 1991 году. За это время ею были удостоены более 30 выдающихся ученых из разных стран мира. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. О других новостях Казанского федерального университета вам расскажет Анна Глазунова. Стартовал 12-й учебный год университета третьего возраста. Одним из учредителей проекта выступает Казанский федеральный университет. Жизнь после 60 только начинается, считают участники. Невзирая на возраст, они продолжают учиться и творить. 21 сентября в деревне Универсиады еще надолго запомнится первокурсникам. В этот день состоялось посвящение в жители студенческого кампуса. Еще вчерашним школьникам пришлось пройти целую тропу испытаний, чтобы по праву считаться истинными жителями деревни. Студенческий актив деревни Универсиады организовал мероприятие в стиле фильма «Голодные игры». В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялось открытие 17-го Всероссийского микропалеонтологического совещания. Его темой стала современная микропалеонтология «Проблемы и перспективы». Здесь собрались более 150 ведущих ученых из разных регионов России. На совещании были представлены идеи разработки, объединяющие отрасль нефтегазовой технологии и палеонтологию. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом у меня все. Ищите нас в социальных сетях и узнавайте больше. Артем Тупичкин с вами прощается.